Спать пора. Кому? Может быть, вам и пора три семерки спать, так идите. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте всем, кто заходит. Здравствуйте всем, кто заходит. Ну, есть вообще адекватный, нет? Или все такую хуйню писать умеют? Ну, есть вообще адекватный, нет? Или все такую хуйню писать умеют? Какой раз захожу в бег, я понимаю, что здесь людей-то, в принципе, нет. Говно-то все умеют писать. Какой раз захожу в бег, я понимаю, что здесь людей-то, в принципе, нет. А умные, образованные люди вообще существуют? Говно-то все умеют писать. А умные, образованные люди вообще существуют? Видимо, тот, кто вам язык, блядь, разъебал. Видимо, тот, кто вам язык, блядь, разъебал. Руслан, я могу только тебе жопой на рожу сесть. Руслан, я могу только тебе жопой на рожу сесть. Ну, сначала ногами потопчусь, а потом сяду. Подошвы своей. Ну, сначала ногами потопчусь, а потом сяду. Подошвы своей. Доброе утро. Доброе утро.
Почему что-то случилось? Ничего не случилось, просто собака гуляет. Мы вот уже подошли к подъезду. Почему что-то случилось? Ничего не случилось, просто собака гуляет. Мы вот уже подошли к подъезду. Я город Москва. Я город Москва. Нет, не замужем. Наверное, была бы я замужем, я бы тут не была. Ну, Петербург Нет, не недалеко от замужем. Москвы. Доброе утро. Наверное, была бы я замужем, я бы тут не была. Такой вопрос, а почему? Ну, Ну, Петербург наверное, потому недалеко от что... Москвы. Доброе Ну, утро. потому что... Такой вопрос, а почему? Ну, наверное, потому что... Ну, потому что... Барт, вставай. Барт. Барт. Собака, пошли домой, хватит валяться. Барт, вставай. Барт. Барт. С какого района? Может быть, еще Собака, и дом пошли домой, сказать хватит номер? валяться. Улицу. Москва, она большая. С какого района? Может быть, еще и дом сказать номер? Улицу. Пошли гулять. Чего валяешься? Москва, Пошли она гулять. большая. Лабрадор. Пошли гулять. Чего валяешься? Пошли гулять. Лабрадор. Он просто не любит, когда я сижу. С ним ходить надо. Спасибо большое. Я обычно. Он просто не любит, когда я сижу. С ним ходить надо. Спасибо большое. Я обычно. Опасно, не опасно, но защитник. Опасно, не опасно, но защитник. Иногда захожу. Почему спрашиваешь? Иногда захожу. Почему спрашиваешь? Я рада, что у вас кошки. У меня собака где-то там. Я рада, что у вас кошки. У меня собака где-то там. Для чего я должна туда зайти? Если вы хотите что-то сказать, здесь говорить. Могу поднять. Для чего я должна туда зайти? Если вы хотите что-то сказать, здесь говорить. Могу поднять.
Где что поинтереснее? Директ? Сюда поднимайся. Зачем директ?